Лежи, лежи, Катюш, лежи. Я чайник поставлю. Лежи. Ребятишек посмотрю. Передавали выступление заместителя директора молекулярного комбината товарища Пескова в связи с исполняющимся благовым юбилеем комбината. Погода. В Туранске сегодня облачно, с прояснениями. Временами небольшой дождь, температура тёмная. Васька опять всю ночь кашлял. Да ну? Да, боюсь, не бронхит ли. Ну вот, а я и не слышал даже. Дом начнут разбирать по кирпичику, услышишь? Это верно. Это верно. Бой, бой, ну? Ко мне, бой. Привет команде. Бой, а? Бой, ко мне, бой. Ну-ка, опа. Ну что, сынок, как там наши дела? Пап, а почему слоны мышей боятся? А кто тебе сказал, а? Знаю. Нет, сынок, это не щекотки боятся. Мыши, знаешь, как щекотятся, а? Взял бы и раздавил. Кого, сынок? Мышь? Да. Нельзя. Нельзя. Почему? Ну как почему? Ну, потому что закона такого нет. Слонам мышей давить. А? А почему кошки их едят? Ну, кошки потому и едят, что закон такой есть. Кошкам питаться мышами. Вот, ну-ка. Васенька, скажи, папка, ты не доктор. Чего слушаешь? Не доктор, зато отец. Ладно, сынок, давай одевайся. Отвезу тебя в поликлинику к Ольге Степановне. Давай, поторопись. Ну что, доченька, давай, вставай-ка. Вот умничка. Все. Вот умничка, вот умничка. Опа! Ну, где там у нас Прошка-то? Прошка! Вчера в город ездила. Там в универмаг новые тахты привезли. Югославские. Мама. Картошка опять жареная. Но хорошо, давайте напишем огромными буквами. Матвею нельзя жареное, у Матвея язва. Матвею нужно готовить на пару. Оля. Что, Оля? Опять хочешь новый приступ? Очень удобные тахты. Есть ящик для постелей. Встречаешь потаскуху своего сына. Степочка, ну что ж нам теперь делать? Это жена Игоря. Твоя невестка. Моя невестка, мать моих внуков. А эту я знать не знаю, знать не хочу. Женился, переженился. Это его дело. Только ко мне в дом не лезь, пока я живой. А ты смиряйся, отец. Нас с тобой никто не спрашивает. Оля. Что, Оля? Какие будут предложения? Какие? Yeah.
А знаешь, еще не было человека, который бы меня ненавидел. Это, наверное, страшно, когда тебя ненавидят. Я, правда, этого еще не испытывала, но я думаю, что это страшно. Я люблю своих детей и всегда их буду любить. Но даже из любви к детям не нужно лгать. А жить с нелюбимой женщиной – это всегда ложь. Когда-нибудь мои дети это поймут и еще больше будут уважать меня. Разве я не прав? Пока ты меня любишь, ты всегда прав. Что ему надо? Здравия желаю. Я что-нибудь нарушу? С какой скоростью вы следуете? 80, а что? По-моему, все 100. У вас что, есть прибор? Нет, но я так вижу. Почему вы полагаете, что вы правы, а не я, если у вас нет прибора? Все, вопрос исчерпан. Вы куда едете? В Туранск. Крючок бы надо сделать. Зачем? Отвезти меня в Желеевку. У вас что, дело? А вы что, спешите? Вот это не имеет значения, лейтенант. Я спрашиваю, вы при исполнении служебных обязанностей, я должен вам помочь. Вы все это оформите соответствующим документом. Да нет, зачем? Мне к брату здесь недалеко. Видите ли, лейтенант, если бы вы начали не со скорости, были бы не в форме, обратились ко мне в порядке просьбы, я, конечно, вас подвез. Ага. А сейчас ваша просьба звучит как приказание, не так ли? Нет, я прошу. Я повторяю. Если вы в форме, то должны знать, когда можно просить, а когда нельзя. А сейчас ваша просьба граничит со злоупотреблением служебным положением. Да нет, вы меня неправильно поняли. Дело в том, что я... Всего доброго, лейтенант. А вдруг он номер запишет? Запишет, если дурак. Неудобно. Нужно его было все-таки подвести. Да надо было. А при нем я не смогу тебя поцеловать. Не хочу лечиться. И не надо. Вот сейчас заедем, Ольга Степановна тебя послушает, выпишет лекарство. А на обратном пути я за тобой заеду. Не хочу ждать, лучше с тобой поеду. Ну, какой разговор? Вот Ольга Степановна скажет мне, что ты симулянт, и я сразу же возьму тебя с собой в рейс. А если не скажет? Ну, как то обязательно скажет. Вон Ольга Степановна! Вон тетя Оля стоит! Ну-ка, давай, сынок. Вон, видишь, кто там, а? Ольга Степановна. Здравствуйте! А я к вам его везу. Думаю, вы сегодня дежурите или нет? Здравствуйте. Да, а я здесь. Стою уже 40 минут. Ни одного автобуса. Издеваются, как хотят. Кошмар. Может, машин мало, а? Ой, да ну что вы, отговорки. Я не знаю. Просто люди, ведущие автобусным сообщением, сами ездят на персональных машинах. Вы тоже будете иметь? В каком смысле? Персональную машину. Вон, самосвал, видите? Давайте, прошу вас. Ну, пойдемте. Вам же к 9 на работу. А я как раз в это время здесь проезжаю. Вот. Терехин, вы прелесть. Ну, а что? Давайте, давайте. Спасибо. Давай, прыгай, сынок. Вот, машина нарекая. Спасибо. Садитесь. Вот. Поехали. Не опаздывай. Кажется, встали. Так и есть. Черт. Покажите. Что? А, луч. Знаю. Ничего, починим, будут ходить. Терехин, вы что, все проблемы так легко решаете? Обязательно. Тогда скажите, где достать облепиху. У мужа язва. А вам сушеную или варенье? Можно варенье. Будет вам варенье. Моя Кать наварила. Терехин, вы просто чудо. Папка, мамкино наказание.
Верно, сынок. Можно? Да. Павел Максимович, к вам Беляев, Степан Алексеевич. Да-да, я жду. Прошу вас. Вызывали? Не вызывал, а пригласил. Степан Алексеевич, проходи, отец, садись. Нам чайку. Хорошо. Ну как жизнь на заслуженном отдыхе? Нормально? Да, нормально. Ну, прекрасно. А мы вот тут к большим торжествам готовимся. 50 лет молибденового комбината, да, заодно и нашего города тоже. Да ты, наверное, в курсе. Я в курсе. Ну, а если в курсе, так тебе вопрос. Кто был водителем первого грузовика, доставившего строительные материалы для комбината? Я не помню. Правильно, ты не помнишь. Ты лично не помнишь, а народ все помнит. Слушай. И вот, к подножию горы Свинцовой, по новой, только что проложенной дороге, осторожно поднимается автомобиль с первым грузом для строительства комбината. Кабина для безопасности снята, помнишь? За рулем молодой водитель, ударник Степан Алексеевич Беляев. Правильно написано? Пожалуйста. Да вроде. Спасибо. Чайку, отец. Ты знаешь, кто-то у нас есть? Ты... Живая история нашего города. Мы на твоем примере молодежь будем воспитывать. Нет. Не понял. У них свои мозги, нам с ними не договориться. Ну, это ты напрасно, отец. У нас прекрасная молодежь, замечательная. Вот сын твой хотя бы. А? Известный металлург, доктор наук, профессор. Мы его пригласили на наше торжество. Ты представляешь, как это символично? Отец стоял у истока отечественной металлургии, а сын принял эстафету и с честью несет ее. Он что, завтра приезжает? Мой сын бросил семью. Ну и что? Не развелся? Развелся. Женился на молодой. Ну, все по закону, отец. Честно полюбил, честно развелся. Жизнь прожить не поле перейти. Да ты сам знаешь. А хочешь, правду скажу? Слишком любишь своего сына. Другие могут оступиться, а твой сын никогда. Верно говорю? Ну так запомни, отец, у тебя очень хороший сын. Ты можешь им гордиться. Это я тебе вполне ответственно заявляю. Мать, а ведь мы с тобой предательницы. Боже мой, да что ты такое говоришь, Оленька? А ты как думала? Когда Нину встречали, не знали, куда посадить. А теперь ее соперницу, бабу, которую Игорь увела, встречаем как шамаханскую царицу. Ну что же нам делать, Оленька? Не знаю, мать, но вещи надо называть своими именами. Помочь не надо? Нет, спасибо. Я могу овощи нарезать. Уже нарезано. А вы не готовите капустный пудинг? Очень вкусно. Я варю капусту, отцеживаю, пропускаю через мясорубку, добавляю взбитые белки. Хотите, сделаю, это очень быстро. В следующий раз. Батюшки, да я же еще скатерть не достала. А вы смелая женщина. Почему? Почему? Пошли за человека почти на 20 лет старше вас. С двумя детьми. Вы знаете, очень смелая. Но я люблю его. Да что вы говорите? Вы знаете, я совсем на вас не сержусь. Очень даже понимаю. У вас есть все основания, чтобы не любить меня, не доверять мне. Я бы, наверное, на вашем месте
Но вы знаете, Ольга Степановна, я рассчитываю, что вы в конце концов ко мне привыкнете. Я все постараюсь для этого сделать. К счастью, у меня очень миролюбивый характер. Одно плохо. Нинка совсем заклинилась. Доводит детей своими истериками. Страдает же. Ну, а детях-то она должна думать в конце концов. Ну, вот ты ей объясни, что она неправильно страдает. Все это извлено женского самолюбия. Конечно, обидно, что муж ушел. Но еще обиднее, что подружки языки свои распустят. И это ей объясни. А вот ты никогда от Ольги не уйдешь. Ты так говоришь, словно меня осуждаешь. Да нет, я не осуждаю. Хотя готов объяснить, почему не уйдешь. Но? Может, потому что слишком любишь ее, не увлечешься другой женщиной. Хотя в жизни всякое бывает. Побоишься причинить жене страдания. Не верю. Ты просто себя убедишь, что тебе долг не позволяет. Долг? А что такое, по-твоему, долг? Ну, как тебе сказать? Мне кажется, слабые люди прячутся за него, чтобы поступков не совершать. Когда не хватает пороху, тогда и вспоминают. Ах, да, долг. Только сестре моей от этого, Матвей, немного счастья будет. Ты знаешь, женщины отлично понимают, когда жить без них не могут, а когда по долгу службы. Забавно. Что именно? Но ты не говоришь, я устоять не мог. Ты говоришь, я поступок совершил. Выходит, и сильные люди за слова прячутся. Интересно. Слушай, скажи, а что это Ольга на меня так волком смотрит? Боится, что дурной пример показываю, да? Не знаю, не задумывался. Здравствуйте. 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 Терехин я. Шофер с автокомбината. Ну и что? А я вам адрес подносил на юбилей. Помните? Тебя или адрес? Да нет меня. Нет, не помню. А сейчас что пришел? Еще один адрес принес. Да нет, мы к Ольге Степановне. Она дома не принимает. А нам и не надо, да, сынок? Да. Я предупредить зашел, чтоб не ждала завтра. Мне с ночи в рейс. А зачем ей ждать тебя? Так я же в такси работаю. На самосвале людей вожу. Дедушка, а почему ты в таких теплых ботинках? Старый, потому что. А почему? Живу долго. А мне уже 6 лет. О, это немало. Дедушка, а что это у тебя там? Дудка? Где? О, и верно. Дудка. А я свистать умею. Хочешь, посвищу? Васенька, во-первых, не хочешь, а хотите. А во-вторых, не приставай к дедушке. Хвастаешь, небось. Нет, честное слово. Ну, давай. Посмести. Ну, давай, давай. О, ничего. Получается. На тебя не похож. Да. Вылитая мать. И у меня оба внука тоже. На мать похож. Это к счастью. Примет такая есть. Оказывается, у нас гости. А я смотрю, кому это милиция свистит. О? Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Серьезный товарищ. Ну, как дела?
хорошо. Молодец, вот. Молодец. Ольга Степановна, я предупредить зашел. Мне с ночи в рейс. А надолго? Да нет, утром обратно. Ну ничего, доберусь. Ну а послезавтра, как всегда, на том же месте у остановки. Незаменимый человек. На самосвале меня возит. Облепиха обещал, часы чинит. Да, послезавтра принесу. Ой, Терехина, я в долгу как в шелку. Да ну что, Ольга Степановна, это я вам кругом обязан. Вот сына мне на ноги поставили. Вы извините нас. До свидания. До свидания. Пойдем, сынок. Ну и счастливо. До свидания. До свидания. Не болей больше. Постараемся. Счастливо. Ну что, пошли, отец? Нас ждут. Отец, надо смиряться. Мы с тобой все равно уж ничего не переменим. Оленька. Что? Ты что? Так, ничего. Просто так. Ой, скажите на милость, какие мы молодые. На том стоим. Дамы, прошу. Ты не грусти. Мы скоро, Матвей. Thank you.
610, я Сокол. Ответьте для связи. На мосту Западного шоссе дорожно-транспортное происшествие. Прошу вызвать пожарных и скорую помощь. Я Сокол. Ответьте для связи. На мосту Западного шоссе столкновение двух автомобилей, один из которых загорелся. Возможны жертвы. Пожарные приступили к тушению огня. Вызывайте скорую помощь. 510. Транспорт, движущийся в сторону моста. Пожарные закончили тушение. Скорая помощь на месте. Погибших увезли? Эвакуировали. Придется ждать, пока высохнет. Кто водитель самосвала? Я. Вы уже знаете, да? Что? Да понимаете, в машине сестра его была и жена. С родителями вас познакомиться, а тут ужас какой. Тоже обожглись? Да ерунда все это. Вы знаете, сам не представляю, ну как это... Где водитель «Жигулей»? Да вон он. Вы тоже пострадали? Я спрашиваю, помощь нужна? Необходимо составить протокол осмотра места происшествия. Вы в состоянии участвовать? Я не хочу жить. 5-6 легковых машин. Кроме того, еще нужен рафик для встречи гостей в аэропорту. Ну, естественно, и ночью тоже. Это работать можно на штурмовщинку. Юбилей – дело серьезное. Минуточку. Да, Фомин, подождите, я разговариваю. Что? Когда? Так, так, так. Сам-то жив? Старик несчастный. Сообщили старику? Поделикатней. Поделикатней говорю. Ладно, пусть занимаются. Алло. Час назад какая-то пьяная сволочь на самосвале врезалась в машину сына Беляева. Да, да, профессор, наш почетный гость. Его доклад по повестке дня. Не говорите, распустились. Вот проведем юбилей, надо принимать самые строгие меры. Сел пьяный за руль, иди под суд. И никаких поблажек. На чем остановились? Так... Расстояние от переднего левого колеса до края дороги 2,74 метра. Подтверждаете? Да, правильно, подтверждаю. Вы знаете, я когда въехал на мост, там никого не было. Только потом до середины Спасибо. Доехал, вижу, выезжает «Жигуленок». Ну, я не знаю, может, его занесло на мою сторону, не знаю. Я сразу взял вправо. Там в машине сестра его была. Я ее очень хорошо знал, Ольга Степановна, она сына моего лечила. Потом? Что потом? Потом вы объясните, где ехали вы, где ехал он. Теперь у нас одна задача – установить обстановку на месте происшествия, верно? Да погодите, вы что думаете, что я его сбил? Ничего не думаю, следствие покажет. Но я вам серьезно говорю, что «Жигуленок» ехал по моей стороне. Я сразу, как его увидел, взял вправо. Правее уж некуда. Вон, смотрите, я уж даже столбик сбил. Вон, смотрите. Так, запиши. Справа по ходу движения самосвала сбит столбик. Имеются следы потертости резины на столбике. Ну, правильно, имеются. Но я вам серьезно говорю, товарищ старший лейтенант. Потом, потом. Ну, что потом? Ну, майор, я не знаю. Ну, давайте разберемся, ну, посмотрите. Давайте посмотрим. Беляев, по осмотру места происшествия нет замечаний? Вам необходимо будет подписать протокол осмотра. Вам ясно? Я не хочу жить.
не знаете, кого судить-то будут? Беляевского сына или шофера самосвала? Глупости. Никого не будут судить. Несчастный же случай. Рассказывайте. Две смерти, чтобы виновного не было. Так не бывает. Вы извините, пожалуйста. Я понимаю, у вас такое горе, а я против вас показания даю. Вы только не подумайте, что я там свою шкуру спасаю или еще чего. Я все как было там на мосту, так и говорю. Но только понимаете, может, я что там забыл или перепутал. Вы не думайте, вы скажите. Я что надо, то и подтвержу. Делайте, что хотите. А этот Терехин с самосвала, может, все-таки с вечера глотнул? Вряд ли. В крови никаких следов. А что загорелся у вас? Что такой сильный удар был? Скорее всего, не очень сильный. Но эти зилы ММЗ-555 нелепо устроены. Слева расположен бензобак, и он ничем не защищен. Вероятно, от удара его пробило, и бензин хлынул на «Жигули». Значит, несчастный случай? То, что бак взорвался, возможно. А столкновение произошло по вине одного из водителей. Вы так думаете? А как иначе, Иван Васильевич? Ширина моста 6 метров. Значит, при аккуратном движении машины бы спокойно разъехались. Роковой неизбежности столкновения не было. Десятки машин проезжают, а мы ничего. И кто же из водителей виноват? Пока трудно сказать. А ваше предположение? Все зависит от того, на чьей полосе произошло столкновение. Если на полосе Терехина, виноват Беляев. Если на полосе Беляева, виноват Терехин. Что говорит Терехин? Говорит, ехал по своей полосе. Похоже? Пожалуй. Правда, «Жигуленка» развернула от удара. Необходимо восстановить его первоначальное положение. Экспертов привлекали? Рано, Иван Васильевич. Их надо было сразу на место вызывать. А это не получалось. До ближайших экспертиз сутки езды. На такой срок не перекроешь движение через мост. Теперь уж подождем, пока соберется первичный материал. Что, Беляев? Ничего. Двух слов от него не добиться. В состоянии сильнейшей депрессии. Ну, это можно понять. Конечно. Знаете, о ком я все время думаю, Зубков?
дочь и невестка стариков погибли. Если теперь окажется, что в их смерти виноват их же сын, если после похорон дочери и невестки еще и сына суждено проводить в тюрьму, лучше не дожить, Зубков. Конечно, Иван Васильевич, что и говорить. И сегодня вот это зависит от нас с вами. От меня лично ничего не зависит, Иван Васильевич. От кого же? От меня, что ли? От объективных обстоятельств. Моя обязанность установить истину. А уж какой она будет, решать не мне. Правильно. Истинно. Какое замечательное слово. С юных лет мы привыкли против истины ни на шаг. Мы с тобой как живем? День до ночи, сутки прочь. А истинно она, брат, всегда только торжествует. Сказано-то, как колокольный звон. Под него мы только и можем спать спокойно, ибо знаем, совесть наша чиста. Но сегодня я предпочел бы не знать этой твоей истины. Все имеет свою цену, истина тоже. От того, что мы сегодня осудим сына двух несчастных стариков, водители завтра аккуратнее ездить не станут. И аварий на дорогах не убавится. По-моему, Иван Васильевич, вы неправильно рассуждаете. Да неужели? Мне так кажется. Сегодня мы забудем истину, жалея двух несчастных стариков. Завтра, потому что нам кто-нибудь прикажет. А послезавтра преследуя свою личную корысть. Что ж получается в результате? Беззаконие и произвол. Вот и действительно нужно пожалеть людей. Сколько вам лет, Зубков? 27. А что? Да нет, ничего. И в 50 буду точно так же рассуждать, потому что считаю, что повязку никогда нельзя снимать с глаз. Какую повязку? Которая гражданка Фемида глаза себе завязала. Богиня правосудия, чтоб личные впечатления не мешали. Понятно. Разве я не понимаю? Конечно, проще всего несчастный случай. Но посудите сами. Вот если бы нельзя было ничего предотвратить, ситуация выше сил человеческих и нет виновных, тогда, конечно. А тут кто-то же был виновен. Остается выяснить, кто. Беляев или Терехин? Разве неправильно рассуждаю? Да нет, все правильно. Вы хороший юрист, Зубков. Хороший или нет, не знаю, но это моя профессия. Молодец. Куда же ты, Степушка? Ну, пожалей хоть ты меня. Темнилось. Не могу я, мать. И ты меня не держи. Ничего со мной не случится. Господи Боже. Я пойду и приду. Господи Боже. Господи. Куда же Никуда ты? Я не денусь. Куда же ты, Степушка? Не уходи. Господи Боже.
Игорь, это ты? Игорь! Ты что? Ты что, Игорь? Ты с ума сошел? Ты что надумал? Игорь! Дай сюда! Надо жить, слышишь? Надо жить! У нас нет с тобой другого выхода, Игорь! Отдай! Дай, говорю! Слышишь? Дай сюда! Ты что надумал? Ты детей хочешь оставить, одних стариков? Игорь! Это крах. Это крах, моя жизнь кончилась. Я не хочу жить. Что? Крах? Это как понимать? Что? Чинов лишишься, да? С должности снимут. Сделай одолжение. Вешайся. Черт с тобой. Добрый день. О, законникам привет. Ну как, отдали под суд этого бандита? Какого бандита? Какого? Шофера грузовика какого? А почему ты думаешь, что нарушил грузовик? То есть? Не исключено, что виноват сам Беляев. Иван Васильевич, ты соображаешь, что ты говоришь? Он же своих близких потерял. И поэтому не виноват. Но водитель самосвал-то был пьяный. Откуда ты взял? Треск, как стеклышко. Это что, уже окончательно? Идет следствие. Сознавать, что ты сам убийца своей жены и сестры, это ж с ума сойти можно. А старикам каково? Да нет, я не хочу. Есть же на свете справедливость? Не знаю. Не по моей части. Что? Справедливость. А что по твоей части? Закон и истина. А она справедливой быть не обязана. Она выше этого. Слушай, а может, вообще, ну, прекратить это дело? Основание? Горе. Человеческое горе или это мало, что ли? Горе – это понятие вне юридическое. Что? Говорю, что нет такого в кодексе. Иван. Ну что ты говоришь, ты сам подумай. Ты человек или... Ну что я могу сделать? Приказать Зубкову плюнь на закон? На выполнение своих прямых обязанностей? Да и говорил я ему. Но Зубков продолжает искать истину и будет искать, пока не найдет. Он мне сегодня это популярно объяснил. Он что, сволочь? Почему? Хороший парень, очень добросовестный.
Может, мне ему позвонить? Что ты ему скажешь? Я Беляеву жаль. Не представь себе тоже. А Терехина тебе не жаль? Это что, водитель грузовика? Да. Трое детей. Вел себя, можно сказать, героически. До последней минуты пытался спасти женщин, получил ожоги. Но ради истины мы с вами будем множить горе. Еще не знаю, чье, но будем. И нет у нас другого выхода. Кать, мы пошли. Куда это вы? Олег, не надо. Но почему? Ты знаешь, почему? Нет, не знаю. Если не прихожу, прячь, остаюсь, значит, виноват. А я ни в чем не виноват, слышишь, ни в чем. И прятаться мне не от кого. Да потом у меня часы, Ольга Степановна, надо вернуть. Пойдем, сынок. Надо. Пойдем. Здравствуйте, девушки! Ну что, приступаем ко второму этажу. Нет, да, девушки, вот посмотрите, на пятом этаже там надо поштукатурить. Хорошо. Я вам показывал, там есть там было, небольшие, да, 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 возле доски. Ну, хорошо. Вот так, оно, в общем. Да ладно тебе. Здрасте. Привет. Здравствуйте, товарищ. Вы по какому вопросу? А где мой класс? Это какой класс? Первый, что ли? Ага. Пожалуйста. Ну что, Матвей Ильич, мы в смету не входим. Подожди, как это? Да, и только из-за кафеля. Мне придется отказаться от кафеля с рисунком, а взять что-нибудь попроще, цветное, да. Ну, блин, голубой, там, белый цвет. И главное, не по всей стене физкабинета, а только возле умывальника. Подождите, ну мы же с вами договаривались. Да я знаю, я что ж. Ну как, ну это же не... Да. Ну что, понравилось? Ага. А аквариумы будут? Аквариум? Аквариумы. Ну я пошел к циклевщикам по делу. Ты знаешь, насчет аквариумов мы как-то, да, не подумали. Ну что, давай знакомиться. Меня зовут Матвей Ильич Кудинов, я директор школы. Терехин Вася. Здравствуйте. Это мой папа, он тоже Терехин. Слушайте, Терехин, что вам от меня нужно? Я вам не судья, не прокурор. Мне ничего объяснять не нужно. Есть следствие, оно разберется. Проблема у меня. Какие еще проблемы? Да вот, 7 ему только в ноябре. Так я думаю, что ему год зря терять? Пускай учится. Хочешь учиться? Хочу. Ну что же, пускай учится. Большое спасибо. Что еще? Не все проблемы решили? Часы вот, Ольги Степановны. Теперь идут нормально. Спасибо. Да, вы знаете, послушайте, я... Терехин, имейте хоть каплю сострадания.
Здравствуйте, Степан Алексеевич. Степан Алексеевич, ну хотите, я им поклянусь. Не виноват я, Степан Алексеевич. Уходите, Терей. Идите. Слышите? Который час? Первый. Надо же, я и не заметил. Время остановилось. От Нины телеграмма. Тебе и старикам выражает соболезнования. Я видел. Обо мне ни слова. Меня как будто не существует. Матвей, я больше так не могу. Не могу. С утра до вечера одна и та же картина перед глазами. Посоветуй, как быть, что мне с собой делать. Повеситься нельзя, что можно. Я на все согласен. Господи, какая тупая боль. Ты же умный, Матвей. Добрый, посоветуй. Игорь, можно один вопрос? Угу. Терехин. Виноват в этой аварии или нет? Я не знаю. Игорь, наше горе никогда не утихнет, но человек ко всему привыкает, так уж устроен мир. Мы тоже научимся жить с нашим горем, уверяю тебя. В конце концов, то, что произошло, это ужасная, нелепая случайность. Зла ты никому не желал и не мог хотеть. Но допустить, чтобы в тюрьму сел ни в чем не виновный человек, этого мы с тобой никогда себе не простим. Жить потом не сможем. Это будет такое злодейство, а перед их памятью нельзя совершать злодейство. И ты, и я знаем об этом. Если Терехин не виноват, его ты пожалел. Игорь. Игорь. Теперь ты уедешь от нас из склепа этого. Это и мой склеп, мама. Не уезжай. Пока не прогоните, никуда не уеду.
Степа сдал совсем. Я-то ничего, держусь, двужильная казалось. А он кончился. День и ночь, говорит одно и то же. Пускай не доживу до того дня, когда Игоря судить будут. Как бы в разуме не помутился. Ты мне скажи, Игоря ведь не буду судить, верно? Почему ты молчишь? Неужели Игорь может быть виноват в этом? В медле привыкнешь и за баранку не захочешь. Да не тушусь это, Кирюхин. Вернут тебе твои права. Мы тут коллективное письмо пишем от общественности. Какое письмо? Что, Жигуленок виноват? Да бесполезно, Ваня. Он и слушать не хочет. Кто? Твой следователь? Да при чем здесь следователь? Старик Беляев меня обвиняет. Отгадай, зелененькая шуршит, а не деньги. 3 рубля, вот с такой бородой. Тогда другая. Не надо, и так голова пухнет. Пришла экспертиза. Не посылал еще? Ну да. А чего тянешь? Концы с концами не сходятся. Читаю протокол осмотра места происшествия и понять не могу. Не по-русски, что ли? Да не по-каковски. Вот смотри, след правого заднего колеса самосвала находится на расстоянии 1,1 метра от бордюра моста. Угу. Но если именно здесь прошло его правое колесо, то левое колесо самосвала на 52 сантиметра заехало на встречную полосу. Вот тяна. А мы с тобой не досмотрели? Хороши. Выходит, виноват Терехин. Но это же противоречит остальным материалам дела. Подножка от самосвала. Обод фары, стекла от «Жигулей» на полосе Терехина, а следовательно на полосе Беляева. Где же произошло столкновение? Чертовщина получается. Да не ломай голову, пускай эксперты разгадывают. Они шибко умные. Бесполезно. Экспертов на месте происшествия не было. А потом они оперируют материалами, которые мы им даем. Постой. Но ведь Терехин подписал этот протокол. А в каком он был состоянии? Что угодно подпишешь. Не знаю. Подпись есть подпись. Не маленький. А тебе что, закорючка его нужна? Или факт установить? Между прочим, и твоя закорючка стоит на этом протоколе. Ты его тоже подписал. Я мог ошибиться. Асфальт был мокрый, ждали, когда высохнет. Мал ошибку давал. Между прочим, я его тоже подписал. А я лично Филькиной грамоты не подписываю. Угу. Раз подписал, значит, так оно и было. Хорош. Да уж какой есть. Как ты говоришь? Факты нужны. Вот и давай, Зубков, исходить из фактов. Ты, я, сам Терехин, сам Беляев подписали. Чего ж тебе еще нужно, чего ты добиваешься? В чем могут быть сомнения? Если бы я не ткнул в протокол, сам бы ведь не заметил. Большое спасибо, что ткнул. Не то бы, Геночка, нас с тобой обоих бы ткнули. Войдите. Здравствуйте. Добрый день. Я Беляев Игорь Степанович. Очень приятно. Чем могу служить? Я прошу приобщить к делу. Что это? Мое заявление. Прошу, садитесь. Благодарю. Значит, признаете, что авария случилась по вашей вине? Там все написано. А вы не ошибаетесь? Может, операции памяти? Вы не находите, что несколько странно у нас с вами разговор? Обвиняемый признает себя виновным, а прокурор его отговаривает. Ну, вы пока еще не обвиняемый. Постановления о привлечении вас в качестве обвиняемого не было. Теперь будет. Возможно. Можно поинтересоваться, что заставило вас сделать такое заявление? Я обязан отвечать. Если считаете нужным. Простите, не считаю. Скажите, а почему вы ко мне пришли, а не к следователям?
Предпочитаю иметь дело с лицом, принимающим решение, а не исполнителем. Меньше волокиты. Ну и по таким делам решение принимает следователь. Я его только утверждаю. Ну что ж, пусть так. Да, я бы попросил вас. Тем более имеется одно обстоятельство. Какое? А вот вы тут пишете. Не удержав на повороте машину, я выехал на встречную полосу, по которой двигался самосвал Терехина. А между тем в протоколе осмотра место происшествия, подписанном всеми, и Терехиным в том числе. В частности, сказано, что Терехин, наоборот, заехал на вашу полосу. Как это? А вот так, черным по белому. Правда, это противоречит некоторым другим обстоятельствам дела. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Хорошо, Игорь Степанович, я попрошу приобщить ваше заявление к делу. Да-да. Здравствуйте, Степан Алексеевич. Здравствуйте. Минутку. Товарищ Фомин занят. Это же Беляев. Ну и что? Степан Алексеевич, что случилось? Павел Максимович, я говорила товарищу, объясняла, что у вас совещание. Ладно. В чем дело, отец? Почему следователь моего сына на допросы таскает? Что он вам сделал? Порядок такой, следствие идет. Никакого следствия нету. Убийца на свободе гуляет. Ты, отец, садись. Пожалуйста, садись. Есть в нашем городе советская власть? Или ее нету? Успокойся, отец, только успокойся. Товарищи, вы извините, пожалуйста. Иван Васильевич, Фомин беспокоит. Как там у тебя с этим делом? Когда? Сегодня? Да, ситуация. Ну хорошо, ты меня держи в курсе дела. Не знаю, отец, как тебе сказать. Сегодня твой сын, Игорь Степанович, был у прокурора и оставил ему заявление, в котором признает, что в аварии виновен он сам. Это неправда. Я только что прокурору звонил, ты же слышал. Вранье это. Я понимаю, отец, понимаю. Но только ты пойми, что ведь не каждый способен на такой честный поступок. Отец, подожди, я тебе машину дам. Степан Алексеевич! Зачем вы ему сказали, Павел Максимович? Может, и зря. Но сын-то какого старика, а? Да, вот это, если хотите, и называется гражданским мужеством. Ну, хорошо, что там у нас дальше? Павел Максимович, Беляеву плохо. Упал на лестнице. Как упал? Что вы говорите, да? Я скорую вызову. Ну что? Сильнейший спазм, но инфаркта, кажется, нет. Слава богу. Очень слабый, даже смотреть страшно. Ну что, Матвей, теперь ты мной доволен? Игорь. А что тебе не нравится? Ты просил не совершать злодейство, я поступил, как ты велел. А что, у тебя был другой выход? Да нет, разумеется, нет. Правда, к двум могилам в нашей семье теперь может прибавиться и третья. Но она уже целиком на твоей совести, Матвей.
Все-таки поразительная вещь. Вот и добрейший, благороднейший человек. Мухи не обидишь. А в результате губишь несчастного отца своей любимой жены. Выходит, и благородство не так уж и безобидно. Бьет иногда ниже пояса. Жизнь нас бьет, а не благородство. А чьими руками? Разве не нашими собственными? Только знаешь, Матвей, если с отцом что случится, моя вина гораздо меньше твоей. Я случайно руль не удержал какую-то долю секунды. А ведь ты, уговори меня, сознательно знал, на что идешь. Ты, Матвей, страшный человек. Гораздо так, страшнее меня. Так что же, пускай невиновного Терехина в тюрьму? Из тюрьмы Матвей возвращается, а вот с того света никогда. Мы это с тобой хорошо знаем. Я за все расплатился сполна, по самому крупному счету. Да, самооправдание мы всегда себе умеем найти. Что ж, а мне не надо искать самооправдание. Могу тебе, кстати, заметить. Из протокола осмотра следует, что не я заехал на встречную полосу Терехина, а он на мою. Мне об этом вчера прокурор сказал. Они там рулеточки вымеряли по сантиметру. Так что это еще большой вопрос, Мотенька, кто из нас больше виноват? Значит, вы утверждаете, что были на полосе Терехина? Если мне не изменяет память. То есть, вы что ж, не уверены? А как я могу быть уверен? Все произошло мгновенно. Удар, огонь. Страшная картина. Как же тогда понимать ваше заявление? Вы знаете, я думаю, вряд ли это надо объяснять, товарищ следователь. Если бы вместо вас мог пойти под суд другой человек, надо полагать, вы тоже бы не бездействовали. Во всяком случае, я придерживался бы истины. Вот мне и казалось, что я придерживаюсь истины. Казалось? А теперь что, уже не кажется? Не знаю, не знаю. Этот след самосвала на моей полосе. Все и увидели, и зафиксировано в протоколе. Вполне возможно, что я мог ошибиться. Значит, вы отказываетесь от своего заявления? Я подвергаю его сомнению. Метр 10 плюс ширина самосвала 2,42. Получается, Терехин, что вы заняли ровно 52 сантиметра встречной полосы. Не было этого. А как мы с вами это докажем? Не знаю. Вот и я, Терехин, не знаю. След на асфальте был, раз мы его зафиксировали? Ну, да, был, наверное. Расстояние от бордюра я при вас измерял? Да, при мне. Протокол мы оба подписали? Да. И что теперь прикажете делать? Не знаю. Послушайте, Терехин, вы это бросьте в незнайки играть. Вот здесь черным по белому написано. Ехали вы по встречной полосе и сбили Беляева. Да ну нет же, я вам говорю, ну честное слово нет. По честное слово, Терехин, суды у нас еще никого никогда не оправдывали. Ладно, пусть. Делать нечего. Значит, вы признаете себя виновным? Нет. На «Жигуленка» я не налетал. Только это уже не важно. Как это не важно? Ну так, не важно и все. Виноват, не виноват. Ничего это уже не изменит. То есть, что вы имеете в виду? Ничего не изменит. Вам этого не понять.
Сейчас на экране вы видите подлинные кадры тех лет. Вот так, товарищи, начиналась перестройка. Вот так начинался наш комбинат. Так начинался наш город. Я думаю, что водителя Степана Алексеевича Беляева и его товарищей по праву можно назвать первыми героями молодой социалистической промышленности. Товарищи, слово имеет наш гость, профессор Игорь Степанович Беляев. Мы сегодня присутствуем в прошлом году. В Женеве один мой швейцарский коллега как-то спросил, почему русские так любят поговорку «не боги горшки обжигают». Я рассказал ему про своего отца. Мой отец начал свою карьеру погонщиком ослов. Полвека назад на ослах, прижённых в арбу, доставляли сюда, на Свинцовую гору, материалы для будущего рудника. Однако на ослах далеко не уедешь. Понадобились грузовики. И отец мой выучился на шофера. Первую машину с грузом для строительства молибденового комбината поднял в гору Степан Алексеевич Беляев. Вот молибденовому комбинату понадобились бурильщики. Где их набрать? Из-за границы не выпишешь. И тогда Степан Беляев выучился на бурильщика. При норме 40 погонных метров он проходил 80. Им и его товарищами было пройдено 7,5 километров горных пород. А когда пришло время вести взрывные работы, Степан Алексеевич Беляев стал одним из лучших взрывников на комбинате. Но если вдуматься, не породу он тогда взрывал, а наш вчерашний день, нашу вековую техническую отсталость. На лишь одной единственной премудрости так и не выучился мой отец за всю свою жизнь. Правильно писать слово «молибден». Прости, отец, но твоя судьба и есть подтверждение прекрасной поговорки: не боги горшки обжигают. Мы, твои дети, выучились правильно писать и слово молибден, и слово космос, и атомная энергия, и еще много-много прекрасных слов. И за это тебе, отец, низкий поклон. Я не могу больше так. Когда-нибудь уедем. Сегодня вхожу в магазин. На меня пальцем показывают. А дети видят все. Надо тебе на работу устраиваться. Лучше всего в комбинатовский детский сад. Тогда Максим при тебе будет. А Танюшку и ясли определишь. На пятидневку. А насчет Василия я с Кудином договорюсь, чтобы устроил его на продленку. Я думаю, он не откажет. Как-нибудь перебьетесь, пока я вернусь. Но ты же не виноват. Да виноват, Катя, виноват. В чем? Да вот в том, что цел остался, а они погибли.
Нет. Нет, просто беляевский сынок ездить не умеет. Да бесполезно, Кать, бесполезно. Чему быть, того не миновать. Нет, я знаю. Я знаю, они просто следователи просили выгородить его, а посадить тебя. Конечно, кто мы? Кто мы? С нами можно не церемониться. Ничего, ничего, ничего. Я в Москву поеду, я поползу, я до самого большого начальника дойду. Я найду на них управу. Тише, Катюша, тише. Катя, успокойся. Успокойся, ты детей разбудишь, Катя. Зря говоришь, Катя, зря. Никто, поверь ты мне, никто никому не приказывал. Следователь хороший человек. Ну, только пойми одно, что за Беляева две смерти, а за меня что? Правильно это все. Что? Что правильно? Да потому что... Что правильно? Да то правильно, что горе перетягивает. И так и должно быть, если мы, конечно, люди, а не чурки березовые. Москва, вторая кабина. Москва, вторая кабина. Вторая? Вторая. Алло, Нина? Ниночка, здравствуй. Это я, Матвей. Здравствуй. Оля была мне сестрой. Больше, чем сестрой. Я знаю. Алло. Вы получили мою телеграмму? Да-да, спасибо. 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 Нина. Старики очень плохи. Послушай, Ниночка, у меня есть предложение. Только не отвергай его с порога. Ты бы прислал детей старикам. Это единственное, что может вернуть их к жизни. Алло. Нина, ты меня слышишь? Слышу. Посадишь детей в самолет, а я их здесь встречу. В аэропорту. Хорошо? Это Игорь тебя просил позвонить. Нет, Нина. Об этом разговоре пока никто не знает. Значит, дети ему теперь понадобились. А когда он с той женщиной раскатывал, дети никому были не нужны. Нина, ну что ты говоришь? Той женщины уже нет, она погибла. Я и смерти не хотела. Судьба сама так распорядилась без меня. Я стала такой злой, Моть. Такой злой, что самое страшно. Не наговаривай на себя. Нина, ты ж добрая. Ты умница. Реши с детьми, дай телеграмму. Все. Баста. Решение принято. Забираю вас в Москву к себе. Из этой дыры. Все. Добрый вечер. О, зятек. Прошу. К нашему шалашу. Прошу. Проходи. Сейчас, Мотенька. Я тебе отдельно. Что, язву замучил, да? Ой. О, святой человек. Никогда ни в чем не грешил, и вдруг я... В чего язва-то у тебя, а? Знаешь, отец, зять-то наш меня в тюрьму уговорил. Да. Пойди, говорит, да попросись. А вдруг, говорит, упекут за решетку, иначе, говорит, жить не сможешь. Во. Прекрати, Игорь. А что тебе не нравится-то? Правда не хочешь? М? Потом выясним всю правду. А зачем ждать? Я тебе сейчас могу все рассказать. Всю правду. Ты же, Мотенька, хотел, чтобы я был виноват. Хотел. Ну, признайся, хотела. А все почему? Да потому что ты всю жизнь мне завидовал. Да, ты завидовал. Всегда. Я себе все мог позволить. Молодую красавицу, жену. Дом в столице. Друзей, которых сам себе выбирал. А тебя Ольга выбрала. Потом старики приютили. Захолустная школа твой потолок. Что скажешь, не так, так.
И вот эти вот помои вареные. Дети, что вы делаете? Язвенник несчастный. Если бы это слышала твоя сестра. Что? Моя сестра? Да моя сестра никогда бы не отправила меня в тюрьму, даже если бы я был во всем виноват. Постой. Сядь. Уезжай от нас, Матвей. Куда? Совсем уезжай. Чужой ты нам, и мы для тебя чужие. Степа, что ты говоришь? Нет, Степан Алексеевич, никуда я от вас не уеду. Игорь правду сказал, на всем белом свете были у меня вы да Оля. А теперь только вы одни остались. Иван Васильевич, это не Терехина следы. Ну и шутник, вы Зубков. Я вполне серьезно. Да перестаньте. Иван Васильевич, выслушайте меня, пожалуйста. Если это следы Терехина, почему все обломки лежат на другой полосе? Значит, ехал он по встречной полосе, а с «Жигулями» столкнулся на своей собственной. Абсурд получается. Вот, экспертиза нам вернула материалы. Это не его следы. Мы ведь как рассуждали. Вот следы Терехина, вот Белевских «Жигулей». Но ширина «Жигулей» 1,61 м. Мы это не посчитали. И поэтому самосвал, занявший даже 52 сантиметра встречной полосы, с ними бы никогда не столкнулся. Машины бы преспокойно разъехались. Между ними бы еще оставалось огромное расстояние, 87 сантиметров. А раз они все-таки столкнулись, значит, это не Терехина и не Беляева следы, а чьи-то чужие. В протоколе осмотра места происшествия мы допустили грубейшую ошибку. Ждали, пока высохнет асфальт после пожарных машин, и зафиксировали чужие следы. Все? Признаю, что это целиком моя вина. Вот докладная на ваше имя. Готов понести любое наказание, вплоть до отстранения от работы. Да ты понимаешь, что ты говоришь? Вполне. Кто же это нам с тобой позволит? Ты бы еще вчера прямо с трибуны взял профессора под стражу. Ситуация непростая, я понимаю. Но факт остается фактом. Это не Терехина следы. Привлекать его нет никаких оснований. Однако с вами ничего не зависит, Иван Васильевич. Вместе гражданке Фемиде служим. Вы, наверное, считаете, что Зубков не человек, а машина? Ни души, ни сердца. А я как подумаю о этих несчастных стариках Беляевых, так все внутри переворачивается. Но что же нам делать, Иван Васильевич? Беляева пожалеть, значит, не пожалеть Терехина. Невиновный будет расплачиваться за чужие грехи. Но разве можно такое допустить? Сами знаете, никогда ни в коем случае. Я чего приходил, Иван Васильевич? Прошу продлить срок следствия. На сколько? Я думаю, в 2 недели я теперь уложусь. Подсудимый, встаньте. Суд предоставляет вам последнее слово. Мне сказать нечего. Вина моя доказана. Решайте.
Я только просил бы учесть, что на моем иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и старики-родители. Все? Что? У вас все? Да-да, все. Садитесь. Суд удаляется на совещание. Прости, Игорь. Бог простит, Матвей. Скажи лучше, денег-то у тебя шиш, небось? Каких денег? Ну, на что собираешься? Две семьи содержать? Стариков, да Нину с детьми. Ты ведь теперь у них один остался. Думал об этом? Думал. Ничего, как-нибудь продержимся. Ничего подобного. Это мои родители, мои дети. Значит так, деньги будешь брать с моей книжки. Я пришлю доверенность из колонии. Ну, твое имя. Я узнавал, так можно. Хорошо. Так что доверяю тебе, Матвей. Ты ведь у нас парень честный. Даже слишком. Убийца. Все, отойдите, посторонним не положено. Ну, прощай, Матвей. Прощай. Скажите, 23:06 из Москвы не опаздывает? Нет, вовремя приходит. Спасибо. Вася! Вася! Здрасте. А ты что здесь делаешь? Летаю. И куда же, если не секрет? На Кутыкино-горы. Разве можно так спрашивать? А то пути не будет. Ну, извини, пожалуйста. Ну и как ты собираешься лететь? Один или в компании? В компании. А вон на компании, на улице. А вон на... А ну-ка, пошли. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Кать, ты чего? Кать, с тобой же здороваться, ну чего ты? Сама раньше все твердила, уедем, уедем. А как меня оправдали, так ни в какую. Чего уезжать? Тут у нас хозяйство, а там все заново, на новом месте. А действительно, зачем? Да я и сам раньше так думал. Только бы суд прошел, вот оправдают и буду жить, как жил. А не получается.
Все время о них думаю. Ну, задержись я тогда. На мгновение или раньше проскочи. Они бы живы были. А люди не понимают. Че ты, говорит, себя изводишь? Беляева суд осудил, 3 года дали. Ты-то тут при чем? А я не могу. Даже сейчас вам в глаза глядеть не могу. Да и себе тоже. Ну, вот он один меня и понимает. Верно, Василий? Ну, так уж, это же самое главное. Что? Ну, чтобы дети понимали наши сложности. Да-да. Мне все так и говорят. Вот и Катя моя. Чего ты, говорит, себе сложности всякие выдумываешь? Живи проще. Неправильно говорит. Считаете? Да, считаю. Как в народе сказано? Простота хуже воровства. Это очень верно. 2306 из Москвы. Повторяю, произвел посадку самолета. Простите, это мой. 2306 из Москвы. Ну что? Пошли, сынок. Кать, ты посмотри, кто это там, а? Где? Да вон, с Кудиновым, ребятишки. Видишь? Да это же стариковские внуки. Ну, дети Игоря Степановича. Слушай, может, им нужно чего, а? Может, подойти помочь, что ли, им, Кать, а? Что же это такое-то, а? Додумались. Детей одних как багаж отправляют. Старики будут довольны. Степан Алексеевич теперь помягчает. Внимание! Начинается регистрация пассажиров, вылетающих рейсом 573-м Туранск-Актюбинск. Пассажиров просим пройти к секции номер 2. Внимание! Начинается регистрация пассажиров, вылетающих рейсом.